Всех приветствую на канале CryptoBusiness, и сегодня мы рассмотрим такой проект, как Trace2.io. Это стартап сингапурской компании Synopsys Solution Pte Ltd, которая имеет очень весомые позиции на рынке и бесценный опыт, который призван сильно подтолкнуть развитие проекта Trace2. Сама по себе сеть Trace2 – это децентрализованная сеть KIC, или Know Your Customer, по-русски это «Знай своего клиента», представляющая KIC для криптовалютных и блокчейн-компаний, использующих технологии смарт-контракт и искусственный интеллект. Trace2 – это проект, который основан на технологии блокчейн, который будет исполнять роль проверки подлинности, ну или верификации данных пользователей и инвесторов по всему миру. Как я уже говорил, проект использует KIC, «Знай своего клиента». Эта процедура позволит идентифицировать личность клиента. Как вы понимаете, данная процедура проводится для того, чтобы исключить различные инциденты, такие как отмывание денег, кредитоспособность и другие. Это сделано для того, чтобы заказчик, который запрашивает данную процедуру, мог понять, что его клиент не имеет отношения к вышеперечисленному. Платформа Trace2 внедряет процедуру KIC и верификацию при помощи технологии блокчейн, которая будет обеспечивать всем пользователям безопасность хранения данных и прозрачность, что является большим плюсом для всех юзеров. Также ко всему этому будут добавлены умные смарт-контракты. Это обеспечит быструю и максимально безопасную верификацию. И на сегодняшний день это является настоящей проблемой, так как процедура KIC иногда длится очень долго. Также есть случаи, когда информация утекает за пределы платформы или случаи отказа по непонятным причинам. Trace2 делает все максимально уникально, революционно, доступно, быстро и, главное, безопасно для всех. Я считаю, что Trace2 очень перспективный проект, так как совсем скоро процесс верификации будет необходим абсолютно везде, и процедура KYC будет востребована еще сильнее. И уже к тому времени Trace2 как раз получит драгоценный опыт и репутацию, и опыт работы со всем этим. Рекомендую вам также присоединиться к революции верификации процедуры KIC, приняв участие в ICO. Вот краткая информация о ICO. Это публичная продажа началась у них 26 апреля. Сейчас у вас есть возможность приобрести токены. Цена одного токена 0,05 доллара. Цель проекта — это 23 миллиона 200 тысяч долларов. Общее количество токенов 1 миллиард, среди которых доступно для продажи 400 миллионов. Так, ну вот сайт, партнеры, Hashed, Signum Capital, Fidentia, Fintrux, GBX, Кибернетворк. Кстати, Кибернетворк, тут в советниках исполнительный советник Кибернетворк присутствует. Генеральный директор Hashed. Профессор кафедры Национального университета Сингапура. То есть люди очень серьезные, нацеленные на результат. Итак, рабочий процесс. При решении этих задач с использованием смарт-контрактов и искусственного интеллекта Trace2 Network обеспечивает первое эксклюзивное KIC решение из мира реального для виртуального мира. Работает все это следующим образом. Клиент, желающий принять участие в ICO, направляется в приложение Trace2, где он загружает необходимые документы и проходит проверку KIC. Далее эти данные хранятся в
в DApp в зашифрованном виде и производит мониторинг операции и выполняет остальные заявленные функции. Прогнозируется также увеличение числа ICO проектов, усиление и ужесточение норм KYC и AML, а следовательно и спрос на услуги по верификации. То есть рынку есть куда развиваться. Более того, ниша KYC весьма востребована и конкурентна. Следовательно, стартапам придется крутиться и стараться, чтобы быть впереди всех. А значит, и при должной работе у всех стартапов шансы есть на успех. Конкретно у Trace2 шансов несколько больше за счет опыта уже проделанной работы и должной лояльности со стороны блокчейн-проектов. Считаю, что Trace2 по истечении нескольких лет будет входить в топ компаний данного сегмента, что позволит токен-холдерам увеличить свой капитал.